Привет, друзья! Как вы прекрасно знаете, огнестрельное оружие в кино обычно показано из рук вон плохо, начиная от бесконечных патронов у главного героя и заканчивая поразительной неметкостью его соперников. Но что если речь идет не об обычном боевике, а о фильме про снайперов, фильме, в котором эпизод с точным выстрелом — это главное, зачем этот фильм практически снимался? Может быть, тогда режиссер и сценарист уделили больше внимания самому процессу выстрела? Чтобы в этом разобраться, сегодня мы посмотрим 10 эпизодов из любимых отечественных фильмов про снайперов. А помогать нам это будут два ваших любимых эксперта. Константин Конев, оружейник, снайпер, военный инженер, конструктор оптических приборов и снайперских винтовок с 30-летним стажем. И Андрей Уланов, военный историк, писатель и военно-исторический консультант в одной известной компании. Он сказал: поехали. Для начала он стреляет с глушителем или там конкретно ПБС-1, прибор бесшумной стрельбы, который изначально, ну так сказать, в оригинале был разработан для использования на автоматах Калашникова. Ну вот в таком, так сказать, в серийном варианте исполнения, как он в фильме. В принципе, по сценарию можно допустить, что там какие-то, так сказать, самоделкины его приспособили на СВД. Технически, в принципе, это возможно. Но по большому счету этот прибор предназначен для стрельбы дозвуковыми патронами, так называемыми УС, уменьшенной скорости. Когда там навеска пороха меньше, пуля другая по конструкции, она тяжелее, там, ну, там разные нюансы. И в принципе, если стрелять обычным боеприпасом, тем более винтовочным, ну его, мягко говоря, расшатает, я так предполагаю. Ну ладно, это допустим, это в принципе такое возможно. Что, ну так, мне резануло глаз, сетка прицела. В сетке прицела есть такая там сбоку, так называемая улитка сделана. Улитка, ну, я не знаю, как, дальномерная шкала, правильнее говоря. Для чего она предназначена? То есть, она, там есть марки такие, 2, 6, там бам-бам-бам, там разные дальности в сотнях метров. То есть, вы подставляете туда фигуру человека, условно стандартного роста там, ну понятно, что все усредненно, и тем самым определяете дальность. Но интрига в том, что у них почему-то вот этот угловой размер цели должен начиная от 200 метров до 600 он уменьшается, ну что в общем-то логично, чем цель дальше, тем меньше мы ее видим. Но почему она после 600 метров должна там километру начинать расти, ну это явный ляп. С моей точки зрения. Действительно, шкала прицела, она так по мотивам шкалы СВД. Во-вторых, в принципе, на СВД штатный прицел 4-кратный, как известно. То увеличение, которое мы видим в кино, это стрелок должен находиться вообще где-то очень недалеко от машины, потому что, ну, 4-кратное увеличение с такой дистанции не получишь. Вообще, что касается дистанции, если мы вспомним, ну, если мы примем, что он действительно стрелял бронебойно-зажигательной пулей, то, ну, во-первых, он должен был бы как-то пристрелять свою винтовку хоть на какие-то дистанции, чтобы представлять ее баллистику, потому что у бронебойно-зажигательной пули баллистика совсем другая, чем у штатного снайперского армейского патрона. Андрей, вот позволь мне немножко поправить по двум моментам. Если, так сказать, по предварительной картинке, когда там двор показывает, ну, там дистанция, скорее всего, метров 100, ну, может быть, 100, да не, как, где у нас там 100 метров во дворах, там, ну, 100 это, наверное, максимум. В принципе, на этих дистанциях отличие баллистик, бронебойной зажигательной пули, ЛПС со снайперской МДЗ, оно, ну, еще такое, там не настолько это критично. Это с ростом дальности, да, они начинают, так сказать, расходиться все больше и больше. Тут, так сказать, попасть в бензобак, он бы, я думаю, попал бы. В принципе, показанная картина может быть реальной, ну, с такими очень большими натяжками.
Что мне второе там такое, что очень сильно режет глаз, это ну, там, степень увеличения и размеры, вот, которые он показывает, там крышка бензобака, там лючка вот этого. И там же есть сетка прицела, там по большому счету можно посчитать расстояние до цели. Вот слушайте, кстати говоря, вот хорошее упражнение. Помните, как у нас народ считал угол в 3 градуса в стволах? У нас же ведь публика не такая, вот у нас немножко другая с вами публика, не такая, как там на у Кардашьян, да? Ребят, а давайте вот, опять-таки, кто не ленивый, давайте прикинем и попробуйте посчитать дистанцию до цели. Я могу порекомендовать, например, если я правильно помню, «Гриц. Метки и стрелки». Она издана еще до войны, в 30-х. В те времена издавалось много очень хороших научно-популярных книг на эту тему, потому что у авторов, опять же, не было иллюзий относительно уровня тех, кто будет их читать. Там в том числе и про определение дистанции при помощи оптического прицела. Вот разжевано от и до. При всем при том, что я обожаю Ульянова как актера, но с технической точки зрения для меня там единица из 5. Ну, то есть он находился, если верить той сетке прицела, как он стрелял, он находился в зоне броска табуреткой, а не снайперского выстрела. Я бы все-таки поставил 3. Натяжек довольно много. Следующий фильм, не менее знаменитый фильм про снайперов. Думаю, многие видели. Мысли. Там опять в поле зрения сетка прицела. Я бы, так сказать, вот давайте продолжим и это упражнение. Здесь посчитаем, какая дальность до цели. Но вот, ну согласитесь, то есть видимые размеры вот человека сейчас и бензобака перед этим, ну вот просто такие несопоставимые. Я, конечно, не знаю, какая там оптика была у финнов, вот тут Андрей лучше подскажет, но я думаю, она в любом случае была примерно в районе 3,5-4 крата. Следующий вопрос, вот кроме дальности, то, что у меня, ну, наверное, то, что режиссер хотел этим показать, насколько там бесстрашные снайперы, он там стоит рядом с этой банкой, когда там товарищ пристреливается. Я понимаю, что сейчас, наверное, в нас банки полетят, но суть какая? С одной стороны, это дичайшее нарушение техники безопасности. Дичайшее. То есть командиров за такие вещи снимают вот там, ну, на раз-два. Но опять-таки, это в мирное время их снимают, там на войне кто его снимать будет. В действительности, из своего опыта могу сказать, что когда люди ну, достаточно долго находятся на службе, именно как бы занимаются снайпингом и долго там, где-то находятся на сборах, в полях и так далее, то в определенный момент, с одной стороны, возникает такой, ну как сказать, моментик, когда человек говорит, так, что я буду туда-сюда бегать, я здесь сбоку постою, ты давай пристреливайся, я тебя буду корректировать. Причем в нашей, вот в моей практике это было так, человек стоит с радиостанцией и говорит, так, там, 2 клика влево, там или, ну и дает какие-то поправки. То есть, такая, то есть в реальности на самом деле это бывает. Другой момент, ну то, что реально было, вот, например, там, из того, что я знаю, в 5-й бригаде спецназа определенные категории военнослужащих, ну, не молодняк, не срочников, обкатывали таким образом. То есть, когда человек садился вот так вот, у него там сверху над ним стояла мишень, сейчас не буду врать там на каком расстоянии, но не, там, не на безумном. И там снайпер по ней работал. Ну, такой вопрос психологического какого-то, психологической обкатки. Не скажу, что это официально и что это правильно, но вот такое было. В этом фильме, ну, меня напугала одна вещь. То есть, я понимаю, что я доверяю напарнику, но когда он на этой дистанции стреляет по банке, и у него отлет вправо идет
Ну, у меня было так, субъективно, там надо будет померить, но субъективно отлет вправо от банки больше, чем расстояние от банки до напарника. То есть вы понимаете, что это такая, ну, не русская рулетка, наверное, финская рулетка у них такая. Ну, в общем, я бы так не рискнул с таким напарником стоять рядом. То есть это уже явно, ну, с моей точки зрения, перебор. А еще один нюанс. Вот, слушайте, вот у него же ведь отрыв был в бок, правильно? Ну, всплеск там такой происходит. А какой барабан он поправляет, когда... А барабан он поправляет верхний. Вот это тоже, ну, и такой ляпсус, как бы чисто киношный, мне кажется. Ну, вот по этой сцене у меня, наверное, все. Я сильно подозреваю, что это была консультация какого-то реального снайпера, как проводили пристрелку винтовки. Ну, можно предположить, опять же, что снайпер точно знал, что его винтовка бьет куда-то вправо и хотел внести поправ. Но единственное, что действительно непонятно, почему он тогда крутил верхний барабанчик, а не боковой. Ну, то есть то, что со второй поправки уже пошли прямо в банку, а не, например, в него, это, конечно, большая финская удача. Я думаю, это мы сейчас просто пытаемся оправдать режиссера. Четверку, скажем так, за старание, потому что, ну, мне кажется, что в основе был какой-то реальный рассказ исторического консультанта, который режиссер творчески переосмыслил, к сожалению. С точки зрения донести до зрителей, что вот вообще бывают такие вот приколы, когда человек настолько доверяет напарнику, что стоит рядом с мишенью, да, это правда. С этой точки зрения, там, серии 4 из 5, наверное, ну вот, очень близко. Ну, то есть, именно с такой точки зрения. С технической, ну, конечно, такие отрывы на 100 метров, это маленькая история, если можно. Если не можно, вырежем, значит, потом. Снайперские соревнования в Биробиджане. Участвует все та же дальневосточная бригада спецназа, о которой я как-то рассказывал там в одном из прошлых видео. И присутствует майор, а с ним два бойца срочной службы там каких-то, там сержант и боец. И мы с ним разговариваем, а как ты с ними вообще занимаешься? Они вот у тебя все время там точно по мишени бьют или они там начинают там? Он говорит, ну бывает, говорит, ерундой занимаются, начинают стрелять там по случайным кирпичам где-то сбоку. Но у нас, говорит, в армии все просто. Не нравится стрелять из снайперской винтовки? Винтовку положите в сторону, взять автомат, примкнуть штык. Ползком на 100 метров к мишени, заколоть, ползком 100 метров обратно. Они его несколько раз показывают, и такое ощущение, что несколько раз совершенно с разных дистанций. Там видно, как камера следит за вот этим мальчиком в фашистской форме, который идет, и она медленно отъезжает по мере того, как он двигается. Поверх этого наложена сетка прицела. Второй момент, который меня там покоробил, это то, что марки в прицеле полупрозрачны. Для тех, кто все-таки решит посчитаться, как справка, расстояние между пеньками, как я говорил, 0,007. То есть 70 сантиметров на 100 метров, а размер головы, ну вот хотите свою померить, я не знаю, там плюс-минус, я думаю, у нас у всех окажется приблизительно одинаково. Если брать что-то как в качестве официального, так сказать, документа, ну давайте возьмем мишень APC, она 15 сантиметров, насколько я помню. Мишень военная, она 23 сантиметра. Вот, кстати, а вопрос зрителям. Как вы думаете, почему у военных голова на мишени больше, чем у IPC-шников?
Мне нравятся вот эти киношные винтовки. То есть он стреляет, у него отдачи нет, она такая просто там. И, по-моему, там выхлоп даже компьютерный какой-то нарисован. Отдельно замечу про этот фильм, что он очень низкобюджетный. Там совершенно прекрасная режиссура и сценарий. Это единственный из всех фильмов, который прям вот могу всем порекомендовать, а который я раньше не смотрел. Но из-за бюджета там, по-моему, не выстрелено ни одного патрона за весь фильм. Все нарисовано на компьютере. И чтобы изобразить отдачу, они иногда просто дергают оружие, а иногда не дергают. Тут такое бюджетное ограничение. Но фильм хороший. Очень рекомендую. Он довольно резко дергает стволом. На такой дистанции это просто не нужно. Вот то, как эти офицеры перемещаются, даже если предположить, что они там в сотне, в полутора сотнях метрах от него, это совершенно незначительное перемещение ствола, которое может и глазом не отследить, не вот так переносить ствол где-то на 10 сантиметров в сторону. Это он должен поражать цели, разнесенные по фронту на несколько сотен метров. Ну, прикольно, на самом деле. Он делает первых два выстрела, а потом перезаряжается на болтовой винтовке. А расскажи, что за хитрые прорези? Это для чего? Ну, смотрите, давайте поясню. На самом деле это работает, это совершенно нормально. Ну, во-первых, уменьшает блики от оптики. И в условиях, когда у тебя, ты работаешь днем, у тебя освещенности и так достаточно, то это тебя сильно не давит. То есть ты нормально будешь видеть картинку. И то, что прорези будут, можете сами поэкспериментировать там с любым биноклем или прицелом, сделать там окошко прямоугольное, звездочкой, там как угодно, любой формы, вы все равно будете видеть картинку обычную круглую. Вот просто, опять-таки, из серии, не надо мне верить, просто проэкспериментируйте самостоятельно. То есть днем это работает, и это применяют, это до сих пор применяют, и на биноклях, и на прицелах есть такое. Ну, то есть это такой доморощенный вариант, сейчас много всяких модных систем, сотами там, ну и так далее, там много вариантов, тогда так применялось. Ну, собственно, до сих пор иногда так применяется. Если прицелы, вот Андрей пусть подскажет, на ПУ, я не помню, была бленда, которая вперед выдвигалась или нет, на ПСО ее уже ввели по опыту войны. По поводу бленды могу точно сказать, что в вопросе 44-го в снайпера очень просили ее ввести многие, то есть как минимум в 44-м у многих ее не было, то есть может даже какие-то экспериментальные были работы, но мне о них читать не приходилось, ее действительно ввели уже после войны. Вот. Ну а что касается конкретно этого кадра, ну единственное, что можно сделать замечание, как бы, что он не менял позицию, а просто произвел с одной позиции три выстрела подряд, но, видимо, он был точно уверен, что его никто не засечет, и по нему сейчас не отработают там минометы или что-то. Ну, такое тоже иногда добывало, если снайпер полностью уверен в своей безнаказанности. Ну, такое было, и, наверное, на всех войнах, и вплоть до самых последних, там, крайних, такое было, то есть иногда народ увлекается и гасит там, не останавливаясь, бывает. Меня больше вот то, что я сказал, удивило, когда он делает два выстрела один за одним, но при этом перезаряжается только после второго, ну это, конечно, ляп. Тут такая маленькая ремарка, я помню, когда самые первые интернет-форумы появились, и был еще форум «Территория снайпера», наверное, самый первый, Арсений Захаров его запилил. И как обычно, там народ в том числе касался фильмов, обсуждал, а вот в этом фильме то не так, это не так, ну там, бам-бам, ну как обычно, в общем. И кто-то говорил, слушайте, парни, фильм «Снайпер» нравится? Ну вот тот старый с Беллинджером, что мы упоминали как-то. Все такие, ну да, классный фильм, нравится. А представьте, если бы этот фильм был снят как в реальности. Ну то есть, сельва шумит две недели, потом бах, выстрел, потом она опять шумит две недели. Как вам такой фильм? Никто же смотреть не пойдет. Все такие ха-ха-ха, ну конечно там да. Ну поэтому, ну, я так, немножко поправка на драматургию. Да, они, ну им надо более динамично как-то это все. Снайперу своему скажите, чтобы проверил на два этажа выше. Пожалуйста. Проверьте помещение на два этажа выше.
Вот такой вот выстрел. Ну, мне кажется, это такая это классика кинематографа о снайпинге. Когда там пуля пробивает прицел насквозь. Степень реалистичности, но мне кажется, этот вопрос изъезжен уже вдоль и поперек. И там, по-моему, «Разрушители легенд» снимали что-то на эту тему. И у нас в стране там не раз народ проводил такие же эксперименты, так сказать, по приколу. И пробовал оптику расстрелять. Но суть в чем? Стекло само по себе, оно... Это оно дома, когда по нему мечом попадешь, оно легко колется, потому что, ну, так сказать, соотношение толщины стекла к поперечнику слишком большое. А в реальности стекло имеет очень высокую твердость. Почему, ну, вот стекло режут алмазом, ну, чтобы, ну, когда стекольщики режут, оно очень твердое. Поэтому при попадании пули, ну, первое, что происходит, пулю сразу, так сказать, она теряет стабилизацию, ее начинает крутить. И она выходит там, ну, буквально на первой-второй линзе, она начинает уходить в сторону. То есть вариант такой, чтобы как лазер, так сказать, пробить насквозь, тем более через такое количество линз, как там было показано. Ну, тот вопрос, что парень, в которого попали, лежит с какой-то, ну, не знаю, у меня ощущение, с какой-то страйкбольной Accuracy International, с каким-то непонятным, там, чуть ли не пластмассовым прицелом. Но это обычная проблема киношных бюджетов. Они хватают что-то, что рядом. Как правило, это... Как, не знаю почему. Всегда это оказывается на 90% страйкбольщики. Понятно, потому что дешево, доступно. Нет таких проблем, как даже с макетами оружия. То есть пошел, купил, снял. 90% публики не отличат, как считается. Маленькая поправка. Из моего опыта с киношниками, киношники крайне редко что-то покупают. Как правило, там достаточно сказать, чувак, хочешь сняться в кино? Он такой, да, хочу. Ну вот давай, вот все, сделка с дьяволом завершена. Я помню, нам показывали как-то еще не до конца смонтированный ролик. Не будем, ладно, уже говорить, какого фильма. Там очень забавно было, когда... показывают крупным планом ботинки бойцов, и там видно, что у них в этой подошве пластиковые шарики от страйкбола застряли. По поводу этого ролика, насколько я помню, «Разрушители легенд» действительно стреляли так целых два раза. Выяснили, что современный прицел так пробить нельзя, там слишком много достаточно массивных линз, они его остановят. Прицел времен Второй мировой войны, я не помню, какой они брали, им пробить удалось. Да, компьютер навороченный себе справил. Акустика 9.1. Полный ништяк. Объект сейчас за компьютером в третьем окне слева. Фу, блин. Давай потом поговорим, а то сейчас меня убьют. Замечательная сценаристская находка, сказать, потом поговорим, а то сейчас меня убьют. Вот это не о снайпинге, но о сценарном искусстве неплохо. Что касается пули с какой-то гравировкой, на которой нет нарезов, ну и которой, ну там 100% видно, что она компьютерная, ну, мне кажется, тут без комментариев. Мне ужасно припекает вот в этом вот то, как человек играет в компьютерную игру с помощью джойстика для авиасимуляторов одной рукой. Потому что второй он говорит по телефону в этот момент. Можно, конечно, предположить, что стрелку как-то захотел стрелять именно так, но, на мой взгляд, никакой более-менее, скажем так, осторожный стрелок не решился стрелять так, как она через монитор. Потому что даже учитывая, что мишень большая, абсолютно непонятно, куда после такого попадания отклонится пуля. После прохождения через монитор, там, опять же, стекло, электроника, то есть она могла, ну, уйти достаточно непредсказуемо. Оценка по пятибалльной. Сначала Андрей, потом Константин. 3 с минусом. Для меня, я не знаю, для меня сцена скучная. Ну, то есть, вот там были сцены, которые можно обсуждать, которые, может быть, там, можно поймать какой-то ляп. Но вот это скучное вообще. Ну, для меня вот нисколько. Это твоя первая винтовка? Я старалась, любимый. Хорошая модель. Теряешь время. На позицию. А лыжи чё ж не положила? Ручкой помаши. 30 секунд. Настало время выбора. 4. Три.
2. Прощай, Леша. Прощай, Ева. Я фильм не видел. Коммент про то, что лыжи не положила, он правильный, потому что винтовка биатлонная. Почем это определяется? У нее впереди на мушке такая откидная крышечка, чтобы от снега защищать. И там такая же крышечка на заднем прицеле есть, на диоптре. То есть это биатлонная винтовка, это что-то из советских биатлонных, я точную модель не скажу. По-моему, сейчас из таких уже никто не стреляет, потому что это болтовик. А сейчас для того, чтобы сократить время перезарядки, все биатлонки, как правило, это рычажного типа перезаряжания. Ну, условно, близко к Люгер Парабеллума, там, когда два рычага вот так вот складываются. Винтовки, соответственно, под 22 калибр. В биатлоне сейчас были раньше в биатлоне 7.62, но это конкретно 22 LF, то есть это мелкашка, по-другому говоря. Ту дистанцию, которую они показывают там через несколько, там, я не знаю, там через улицу или куда-то дальше, такое ощущение, что там 300-500 метров или сколько-то в этом духе, трудно сказать, потому что опять-таки это же киношный объектив. Но в любом случае из мелкашки на такую дистанцию, ребята, это такой. Тем более на такой высоте над землей, когда ты на высоте крыши стреляешь, там ветер такой, что мелкашка непредсказуема совсем. Она для этого, ну, нереально никак. У девочки Штейрман-Лихер, но, по-моему, тоже страйкбольный. Прицел не трогаем, как его пробивает. Девочку там складывает пополам, она падает. Но винтовка, она же чужая, ее у страйкбольщика взяли. Она аккуратно стоит сверху, она не падает. Ну, тут действительно добавить почти нечего. Действительно, биатлонная винтовка, вот так как показано, как лазерным лучом пуля пролетела, это чистая фантастика. Я бы разделил оценку. Девчонки 5 из 5, симпатичная. Консультанту, если он там был, 2 из 5, потому что, ну вот, технически, ну вот, очень низко. Ну, то есть, далеко от до подобности. Вот я сейчас после этого хочу сказать, что «Снайпер Сахан», наверное, это фильм, вот надо ему поднимать, корректировать планку и поднимать его оценки по сравнению с этим кинематографом. А финны вообще красавцы, вот там, где финские снайпера были. 2 за фантастику, все, что я могу сказать. Как писатель-фантаст я это оценил отдельно. Теперь мы переходим обратно в Великую Отечественную войну, и у нас 2 фильма, оба про одного и того же человека, про Людмилу Павличенко, самую результативную женщину-снайпера. Ну, вы сами, наверное, знаете. Смотрим. Ложка есть на 150. Бегом! Огонь! Прекратить стрельбу! Мишени к осмотру! И что теперь делать? И как этим есть? Можно человеку военному? Ну, во-первых, то, что они стреляют без отдачи, это как бы окей. Это мы за кадром оставляем. Это, так скажем, как Володя такой сказал, это магия кино. Дамы стреляют, конечно, великолепно. Я так не умею. Особенно вот эта дама постарше или поплотнее, что ли, которая стреляет в стойке, она вскидывается. Ребят, кто стрелял с оптикой, наверняка знают. Ты вскидываешься, и тебе надо поймать, есть такой термин «луна». Ну, то есть затенение оптики слева, справа, ты там, так сказать, подстраиваешь ее. И это, хочешь ты не хочешь, занимает какие-то там секунды. Она стреляет навскидку с лету, просто вот как из ружья дробью. С моей точки зрения, это нереально, это, ну, вот, за уши притянуто. Второй вопрос, если так по ходу, мне вот сразу режет глаз. Подается команда прекратить стрельбу мишени к осмотру, а дама, которая там типа ветеран такая, она при этом раз и досылает патрон в патронник. Это серьезнейший косяк с точки зрения техники безопасности. Прекратить стрельбу, разрядить оружие. То есть, как бы, оружие разряжается, как минимум отводится затвор в заднее положение.
Для чего? Для того, чтобы не, ну, там, упредить любой несчастный случай. Люди побежали в поле за мишенями. Вы что делаете? Она стоит с заряженной винтовкой. Это косяк. Так нельзя. То, что они три раза кладут там три пули в мишень, в ложку, и ложку не сбивает при этом, так сказать, не вырывает из земли, в это я верю. Ну, ложка же военная, советская. Дальше из технических вещей. Шикарная ложка, она показывает, там три пробоины, и они, ну, у нас называют вязаные пробоины, когда пробоины касаются друг друга. Давайте теперь сейчас прикинем, какое рассеивание. То есть рассеивание, когда пули касаются друг друга, это значит от центра до центра один радиус плюс второй радиус. То есть один диаметр пули. Диаметр пули калибром 7,62. Ну, окей, давайте там накинем чуть-чуть в плюс, там какие-нибудь разрывы, там, допустим, это 8 мм. Ну или давайте, окей, давайте возьмем 9 мм. Окей, 150 метров и рассеивание 9 мм. Давайте пересчитаем в угловые минуты. Сколько это в угловых минутах? И давайте это сделаем опять-таки, вот это будет хорошее упражнение для тех, кто дружит с математикой. При том, что одна угловая минута это 29 мм на 100 метров. Смотрим, сколько получилось. И дальше давайте приведем ссылку или скриншот из мировых рекордов в бенч-ресте. Они там по годам менялись, то есть там каждый год улучшался результат. И будем сравнивать, к какому году, к мировому чемпионату уровня мирового рекорда, так сказать, в мире по бенчресту это соответствует. Я думаю, кое-кого это удивит. Втройне удивительно, то есть это даже не болтовая винтовка, а СВТ. Считается, что Павличенко воевала с СВТ. На самом деле, как бы у нее была, насколько я помню, и обычная, то есть трехлинейная снайперская винтовка. Как раз СВТ у нее чаще просили взять фотокорреспондента, как более, скажем так, харизматично выглядящую винтовку. Кстати, в этом смысле еще очень один характерный, один из самых известных кадров с Людмилой Павличенко, это где она на дереве целится из снайперской винтовки. Реально, вот по ее воспоминаниям, она на дерево залезала вот за время снайперской карьеры два раза. Один раз в самом начале карьеры, когда она попыталась стрелять с дерева, ее тут же накрыли минометами, она упала, чуть не сломала спину. По-моему, она с 3 метров там на кладбище каком-то падал. И второй раз, когда вот фотокорреспондент попросил ради красивого кадра залезть на дерево. Ну, кстати говоря, у меня вот на заставке, где у меня тут вид в сетку прицела, в современный прицел, но правда это такой там, кратности, по-моему, я не помню по памяти на фотографии, это что-то как раз в районе 3,6 такое. Ну вот если вы там найдете ложку на этом поле, то серия, ты суслика видишь? А он там есть. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. 3 с минусом. Скажем так, скидка на киношные условности. Понятно, что миф про ложку, он очень известный. Он, как бы, даже не сами киношники его придумали, он многократно тиражирован. То есть они просто сняли его в меру своего разумения. Слушайте, меня приглашать перестанут. У меня оценки все какие-то крайне отрицательные. 3-4 где-то вот. Как я могу женщинам плохие оценки ставить? Второй фильм про Людмилу Павличенко называется «Битва за Севастополь». Работа снайперской пары, она, в принципе, многократно описана. Опять же, у Зайцева, если кто хочет почитать мемуары, тоже достаточно хорошо описано, как они работали именно вдвоем. Работать с одной позиции, это не один выстрел, это плохо, тем более, когда стреляют два стрелка одновременно. То есть, если там в радиусе, не знаю, километра нет больше никаких немцев, румын, и вообще никого, кто бы мог вести по ним огонь, тогда это еще как-то объяснимо, что они перестреляли просто эту группу, пока она там перед ними суетилась, и все. Но если есть риск, что ночью, тем более, кто-то заметит вспышки выстрелов и засечет, это ну, близко к самоубийству, так как показано в фильме. Ну, их автоматчик один и обнаружил в результате, открыл огонь, но он там недолго
недолго бегал. Из того, что я увидел, смотрите, там в начале, с моей точки зрения, киноляп, когда у нее прицел спереди, так сказать, маскировочной лентой белой перекрыт. Если она не терминатор, то ей будет очень тяжело, в общем, целиться. Как мы уже говорили, да, днем, в дневное время это делают, перекрывают, оставляя там какую-то небольшую щель. Но днем светосилы прицела хватает и освещенности места хватает для того, чтобы видеть хорошую картинку. Ночью настолько урезать свет, очень скептически к этому отношусь. Следующий момент интересный. Прицел ПУ не имеет подсветки сетки. Соответственно, стрелять из него ночью с черными линиями на черном фоне, на темном каком-нибудь фоне, ну, достаточно не совсем комфортно. И там, по-моему, они делают такое, они как бы, наверное, при видеомонтаже, они немножко как подсвечивают, такой белый контур вокруг сетки создают, ну, чтобы ее видно было в кадре. Ну, и, соответственно, мое старое предложение, как бы, померить дистанцию будет тоже интересно. Ну, вот здесь, мне кажется, наиболее реалистично, здесь где-то близко к 50-60 метрам. Вообще, во всех фильмах, где показана стрельба из болтовой трехлинейки, меня удивляет, насколько плохо актеры умеют обращаться с затвором и насколько неловко они перезаряжаются. Потому что люди, которые стреляют из трехлинейки постоянно и качественно, делают это легко и быстро. Для профессионального снайпера все они дергают, ну, дергают затвор с таким напряженным усилием каждый раз, что это удивляет. Не во всех фильмах, но такой регулярно повторяющийся момент. Сереж, они не дергают, они манипулируют затвором. Да-да, это не дырка, а технологическое отверстие. Мы все понимаем. Тут даже дело не в том, что как бы их плохо научили это дергать. Ну, опять же, это кинореквизит. То есть винтовки там либо там одолжены у кого-то, либо вообще лежат постоянно в арсенале киностудий. То есть это не современная снайперская винтовка, где там пригнано все, как швейцарские часы, где этот затвор можно просто дергать, манипулировать им, Константин, одним пальцем и при этом наслаждаться щелканием точной механики. А там, если винтовки, ну, скажем так, достаточно замученные, то этот затвор действительно приходится вот так именно манипулировать им с приложением всех возможных сил, и это выглядит не очень хорошо. Возможно, дело в этом. Итак, оценка последнему эпизоду. 5 из 5, так и быть. 5 из 5, согласен. То, что они на пару могли их там положить, абсолютно верю. Хорошо, на этом все на этот раз. Пишите, как вам такой формат. Будем снимать еще. Фильмов про снайперов осталось как и современных отечественных, так и советских фильмов про снайперов еще много. Так и западных, собственно, фильмов тоже немало. Если вам зашло, если есть комментарии, все сюда. Что касается Павлюченко, я бы рекомендовал погуглить. На YouTube есть ее интервью. Живой, ну, то есть реального человека Людмилы Павлюченко, не кинофильм. Это уже достаточно такое послевоенное, годов, наверное, 60-х, я могу ошибаться, может быть, конца 60-х, начало 70-х. Если вам это, действительно эта тема интересна, послушайте человека как с точки зрения того, что оно рассказывает, так и попытайтесь почувствовать человека. Там, на самом деле, человек незаурядный. Вот просто как личность, как она ведет себя, как она строит речь, как она... Ну, вот я не знаю, я не киношник, конечно, но даже глаза человека там... Ну, для меня она, так сказать, человек на очень высоком уровне. И это интервью доступно. Если вам интересно, посмотрите.